На арене Тверского цирка заслуженный артист России Гия Эрадзе представит новое грандиозное шоу «Бурлеск». Новый проект – совместная работа Королевского цирка и компании «Росгосцирк». После громкого успеха в Москве артисты отправились в большой всероссийский тур. Тверь – четвертый город, зрители которого смогут увидеть захватывающие представления гения циркового искусства. Зрители ждет невероятно захватывающая программа. Трюки, масштабные декорации, современные спецэффекты, филигранная дрессура, эксклюзивные костюмы и авторская музыка. Все сделано в лучших традициях Королевского цирка. В спектакле представлены номера, покорившие жюри 43-го международного циркового фестиваля в Монако. Программа удостоена главной награды «Золотого клоуна». За кулисами своего часа ждут костюмы, декорации, оборудование, привезенные на 20 автофурах. Дверь сегодня мы привезли. 20 фур – это состав поезда, наши задники, декорации. Это одни из маленьких фрагментов, то, что вы сейчас видите, световое, звуковое оборудование, люстры, одни, вторые. То есть это все мы возим с собой для того, чтобы создавать в зале атмосферу того праздника, на который, я считаю, должен прийти зритель. Конечно, шоу не обойдется без новогодней сказки, которую подарят зрителям артисты цирка. В спектакле примут участие самые настоящие главные герои зимнего праздника – Дед Мороз и Снегурочка. Мы пытаемся сейчас собрать программу таким образом, чтобы люди вдохновились, чтобы люди поверили в чудо, чтобы люди улыбнулись, чтобы люди узнали, почувствовали Новый год. Еще одной изюминкой программы «Бурлеск» станет уникальный номер под названием «Групповая трансформация Фаберже». В программе задействовано большое количество животных. Это пятнистые пони, ламы, насухи, страусы, кенгуру, лемуры, медведи и другие звери. Премьера нового шоу Гии Эрадзе «Бурлеск» состоится 18 декабря на манеже Тверского цирка. Продлятся гастроли программы до 16 января.